Ого, смотрите, у него кит драгон, так что мне как-то страшно с ним связываться. Сейчас топохнемся на хом. Он где-то здесь. Вон он. Не-не-не-не-не, пацаны. Давайте я, наверное, сейчас не знаю, что даже сделаю. Может, прерву серию. И... Дома твоя мама говорит, что нам не по пути, когда слышит мой голос трубки домофона. И как ей объяснить то, что между нами... И всем привет, с вами я, Руда. Впрочем-то, сегодня мы будем играть на сервере Mineblast. И вот, наконец-то, мне уже доступен Kid Dragon, потому что он мне долго был недоступен. И сейчас у нас начнется по-настоящему крутая серия. Так что переходим к ролику. Так, ребята, вот тут люди мне делали подгоны, вот они. Спасибо большое за подгон ПП Рофи, точнее Юру. Юра. Передай привет Юру. Короче, привет Юра, Юру. Передаю привет Зентор, его ник в Ютубе... В Ютубе Headshot MT. Короче, пацаны, я не могу открыть, я не знаю почему, хотя я посмотрел в RG Info, я в участниках. Я не знаю почему. Странно. Ник Саши Ру, все верно. Ребят, я не понимаю почему. Может, добавляйте Вовнера, тогда все получится. Так, сегодня какая у нас серия? Что я сегодня планирую сделать? Сегодня я планирую доделать наши печеньки, то есть сделать там чуть-чуть ввысь потолок. Ну, вот так вот стенку из... печек. Также просто посмотреть, что у нас тут есть интересненького и новенького. Может что-то добавить, может что-то убрать. Короче, сейчас, ребята, мы совсем разберемся. Так, для начала надо нам, наверное, сделать звуки потише. Мне все равно они очень громкие. Для начала нам понадобится железный блок. И сейчас я спущусь в шахту, и мы, наверное, наберем себе этой хрени. Редстоун, чтобы... А, нет, там вроде не нужен редстоун. Короче, сейчас вы увидите, что я хочу сделать. Это, по правде, очень клевая идея. Так, еще мне понадобится дерево. 12 штук. И, о, от сундуков тоже бы не отказался. Вроде рядом никого нету. Так, вот у нас есть палочки. Теперь мы делаем вот такую штуку. Вроде, или это еще... А, нет. Это как-то по-другому делается. Сейчас. Так, короче, это вроде делается как-то вот так вот. Вот, два крюка у нас теперь есть. И давайте сделаем еще два крюка. Или это там... Короче, сделаем лучше еще два крюка, чтобы потом не было проблем. Вот, и теперь из сундуков делаем сундуки-ловушки. И все, у нас пока 4 сундука, я думаю, это нормально. Теперь нам еще надо сделать какую-нибудь простую автопечку. Это я, конечно, сделаю чуть-чуть попозже. А пока давайте еще раз ставим наши вот эти печеньки. С чем же я делаю печеньки, как печенка? Зачем же я делаю вот эти печки? Печки вот эти я делаю для того, чтобы меня никак поршнями не затолкали. Хотя я не знаю, тут можно поршнями где-то видеть или нет. Но все же так защита будет получше. Сейчас чихну. Так, сейчас я где-нибудь вот тут пророю шахту вниз. А, нет, наверное, вот тут где-то я сейчас начну копать себе камень. Конечно, это будет не очень интересно смотреть на то, как я копаю камень, но все же. Ребята, если у вас есть какие-то предложения по серверу, то есть, Сань, построим там чего-нибудь, Саня, снимай где-нибудь там, то обязательно пишите в комментарии. Я все комментарии читаю, все прочитаю, так что пишите, буду вас ждать в комментариях. Вот я и пока тем временем нашел железо. Я пытаюсь для вас делать как можно более качественные ролики, потому что чем качественнее, тем больше приходит подписчиков, также тем больше у вас радуются... Тем. Короче, радуется у вас глаз. Ну, вы поняли, вам это больше нравится. Так, значит, сейчас мы сделаем еще 6 воронок. Значит, ставим 2 печки. Вот сюда, к примеру. Сюда мы ставим сундук, в котором у нас будет... А, можно, наверное, пониже сделать, чтобы было намного лучше. Так, давайте тогда печки просто поставим вниз. Смотрите, какая у меня идея. Вот. А, это вроде должно быть именно сбоку. Тогда ладно. После чего вот здесь делаем вот такую двойную хрень. И подождите, а если мы вот сюда поставим воронки, то у нас уголь где-то был. Блин, нет угля. Сейчас сходим за углем. То вроде, как я помню, у нас уголь должен... А, вот. Я, ребят, это рандом. То уголь у нас должен правильно пойти вниз, то есть в отсеке для угля. Или он должен пойти куда-то не туда, я не знаю, так что мы сейчас разберемся. Ну вот, к примеру, у нас есть железо. Оно вот, если мы его положим сюда наверх, то оно у нас спокойненько перейдет вот сюда. А вот уголь куда? Ой, уголь я не сюда закинул, сорян. А уголь, если мы его закинем, там же правильно, да, вот сюда, то... А, все, нормас, ребята, подожди, уголь, стой, остановись. То есть давайте рассчитаем вот это вот сюда, и все идеально. То есть мы можем сделать еще один, одну, фу. Короче, мы можем еще сделать два сундучка. И дальше я все очень, фу, и все дальше я очень. Короче, дальше все очень легко. Я просто вот так вот нажимаю, и типа сюда уголь, сюда забыл что, сюда ресурсы. Тогда мне понадобится понадобится. Короче, мне нужно будет сделать рамки. Рамки я прямо сейчас сделаю.
Так, и, конечно же, сундучки, чтобы вот тут я мог забрать свой готовый вариант. А где? А, вот все. Раз, два. Делается это все легко, и после чего мы вот сюда... сюда мы кладем наши сундучки. Ой, ставим сундучки. Вот, то есть у нас вот так вот все клево получается, ребята. Что у нас еще? Что тут у нас? Вот мы сделали такую маленькую автопечку, при помощи которой мы уже получили достаточно железа. Это очень клево. Так, что, все, теперь мне нужно только найти еще одну кожу. Может, это где-нибудь сейчас коровку найду. А, и давайте, кстати, сходим на варпаук и посмотрим, может, что-то интересного мы сможем прикупить. Ни хрена себе, сколько тут богачей. Ну, я могу кое-каким способом разбогатеть. Правда, чуть-чуть надо постараться, там будет... Так, давайте посмотрим для начала первый. Первый, наверное, можно найти в варп-энде. Варп-энд. Нет такого варпа. Тогда варп-порталс. Наверное, варп-порталс и варп-порталс. А какие варпы есть? Я думаю, варп-порталс есть. Так, короче, теперь мы бежим вот в этот портал. И сейчас чекаем, здесь есть ли кто-нибудь. Здесь какой-то легенда и no names. Подождите, а RG-info? Здесь есть вообще RG? А, подождите, а здесь PvP? Я не хочу PvP-хаться сейчас, так что... Короче, ладно, ребята, мы попозже насчет этого разберемся. Ну вот, мы сделали клевую печку для проверки привата. А, клево. Слушайте, а вот вы можете здесь строить? Да. Теперь мы бежим сюда? Юра. Да почему так-то, ё-моё? Ладно, короче, вот из этой проверки для привата мы сейчас сделаем кое-что интересное. Нет, не это. Сейчас мы сделаем себе рамки. Рамки нужная вещь, очень. Так, блин, вот бы мне найти еще одну проверку для привата. Вот у нас готовая рамка. Сюда поставим рамку одну. И сейчас еще вот сюда поставим рамочку. Что-то я не вижу больше кожи. И теперь даже не знаю, где найти кожу. Поэтому мы пойдем на варпаука. Может, здесь я уже найду кожу. Давай сейчас посмотрим у торгаша. Так, нет у него здесь кожи. А, нет, есть. За 500-ку. Ну, купим. А, ой. Ну, ладно, давайте поищем еще, может, и варианты. Вдруг есть что-то получше и подешевле. За 150. Ну, давайте за 150. Видите? Вот просто нажал не туда чуть-чуть. И сразу мне удача улыбнулась. Так что, ребята, не думайте, то, что у меня здесь какая-то подкрутка. То есть, имею в виду то, что я, типа, здесь какой-то другой игрок, у меня что-то здесь получше. Нет, я такой же, как вы, просто у меня префикс YouTube, и у меня есть преимущество, подгончики. Короче, я думаю, вы поняли. Так, давайте сейчас найдем какую-нибудь руду, может быть, и поставим туда, к примеру, алмазненькую. О, кстати, вот тут где-то у меня был... Блин, ладно, давайте здесь где-нибудь прокопаем, и мы сейчас попытаемся найти какую-нибудь руду, к примеру, угольную. А, тогда мне нужно будет кирка на шелковое касание. Может, мне надо будет купить эту кирку, чтобы сделать все правильно. А, ну, короче, сейчас мы все найдем и все аккуратненько сделаем. Так, ну я что-то пока не... А, вот, железо мы нашли, и теперь нам нужно уголь найти. А уголь я, кажется, даже нашел. Вот он и наш уголь. Идеально. Все, теперь мы вот сюда кладем уголь, сюда мы кладем железную руду, и как раз ее сюда и положим. Короче, все клево, вот у нас печки загорелись, спокойненько друг на друга распределились. Так что, ребята, у нас все хорошо. Так, сырая свинина. О, кстати, давайте положим переплавивать сырую свинину. Пока здесь поищем уголь, потому что уголь достаточно нужная вещь. А у меня его сейчас как раз мало. Или мы, может, сейчас можем пойти на варпаук. Или уже можем не пойти на варпаук. Эх, ребята, вот вы пишите, чтобы вы хотели видеть видео, как я там, к примеру, открываю кейсы разные. Только мне там бабосы нужны будут. Как я там, к примеру... Не знаю, просто летсплей, вот как я сейчас снимаю, то есть просто здесь вам рассказываю, что я делаю, на сервере что-то 12, здесь где-то рядом какой-то чувак. Давайте я сейчас тпхнусь на спаун и чекну его инвентарь, потому что меня это пугает. Ого, смотрите, у него кит драгон, так что мне как-то страшно с ним связываться. Сейчас тпхнемся на хом, он где-то здесь, вон он. Не-не-не-не-не, пацаны, давайте я, наверное, сейчас, не знаю, что даже сделаю, может, прерву серию. И чуть-чуть подожду, когда он пропадет, потому что уйдет, точнее, потому что это чуть-чуть сыкотно. Давайте посмотрим, какой у меня хом есть. А, хом данж. О, мы пока можем побегать по данжу. А вот и он. Впрочем-то мы можем так спокойно... Нет! Ох, господи, нет, пацаны, мне кажется, все же он что-то ко мне с плохими намерениями. Где он? А, его нету. Ладно, хрен с ним. Так, давайте придумаем, куда, если что, бежать. Потому что у меня на джетмане, вот вам по секрету расскажу, была такая штука,
куда я просто прыгал и закрывался. Это реально очень помогало. Так, давайте тогда вот... Вот тут у меня будет такая хата, через которую я пробегаю, прячусь, типа, и закрываюсь. Во, вот тут. Ну, ребят, это реально лучше мне. Кто шарит, тот шарит. Короче, ребята, просто примите к сведению то, что у меня такая хрень пока будет, пока у меня нету энтри и нормальной защиты, имею в виду вот этих печек, ну, то есть стенок. Так, мне, кстати, вот этот еба... Ну, короче, администратор так еще и не поставил какой там энтри. Я его просил, типа, поставь энтри. Ладно, ребята, вот такая так, что у нас будет комнатка. То есть я такой прыгаю, раз-два, и все. Все клево. Два бока он точно не простроится. Так, а вот и наша жареная свинина, хотя я могу кушать командой, но команда не всегда активна, поэтому я просто поем. Так, home dungeon. Да, данж. Не даунж, а даунж. Короче, ладно. Здесь я, кстати, нашел алмазы. Вроде я или в 8-й, или в 7-й серии я нашел алмазы. Я, правда, не помню. Вот у нас, кстати, уголь, который я прямо сейчас и накопаю. Так, все, я, впрочем-то, накопал. Все нормально. Вот, кстати, редстоун. Давайте его выкопаем. Как раз у меня нету редстоуна особо. И уголь. Идеально. Портал ват мне не нужно делать, потому что у меня есть это, как бы, просто вар-портал, и там будет портал, и все клево будет. Ой-ой-ой. Вот, мы за сегодня сделали достаточно много, автопечку клевую сделали там, клевую такую. То есть, просто мне надо заправлять углем ее побольше. Вот, может, сейчас еще пройдусь, покопаюсь, найду что-то новенькое. Давайте, кстати, я еще сейчас по РТП, может, попробую найти еще какой-нибудь данж, то есть, просто вниз прокопаюсь. Вот. Кстати, ребята, если вот вы просто делаете, как я сейчас, вот так вот вниз, ну вот, не сейчас именно имею в виду, а просто если вот так вот закапываетесь, то всегда закрывайте за собой дырки, потому что может в любой момент какой-то чувак прийти, ну, если вы не тупо вниз роетесь, а если тупо вниз, может, не надо, хотя он может пером. Короче, лучше вот так вот закрывайтесь, чтобы потом он не мог просто найти дырку и через эту дырку пройти к вам. Короче, я думаю, вы поняли, я вам дал такой дельный совет. Блин, мне всегда стрёмно, если я такой начну снимать, а потом такой смотрю, а запись-то и не шла. Вот, ребята, я пытаюсь выпускать ролики, до этого я вот там где-то через 10 дней, во. Через каждые 10 дней я выпускал ролики. Я не знаю, почему реально у меня как бы так получалось. А сейчас я попытаюсь уже каждый день выпускать, хоть у меня и школа там, все такое. Но для вас, ребятки мои, мне можно и поработать. Потому что чем больше я провожу актив на своем канале, тем быстрее у меня и будет больше подписчиков. И также наберу больше аудитории. И также улучшу качество видео. Данж 1. Вот, так что, ребята, обязательно пишите в комментарии, что мне добавить. Потому что я слушаю каждое мнение. Что-то на канале убираю, что-то добавляю, что-то меняю, чтобы было для вас лучше. Вот, если что, я играю на сервере Mineblast. Первый гриф сервер, чтобы потом не спрашивали, а то я знаю. Вот. Пытаюсь сделать для вас ролики очень большие, качественные, интересные. Вот. Если что, меня зовут Саша Рудаковский. Да. Это мое настоящее имя. Если что, там, зайдите, можете в описании зайти. Там мой ВК, группа ВК, там еще много чего интересного можете почитать. Также мой скайп есть. Так что лучше зайдите в описание, можете меня в скайп добавить. Ну, не добавить, а позвоните мне. И я еще, кстати, может, еще будут такие ролики выпускать. Я убирал просто случайные скайпы, которые мне звонили. Там где-то людей 300... 300, ага. Ну, 299 людей где-то примерно у меня сейчас в скайпе там звонили мне, которые я не добавляю. Вот, и я там просто им такое отвечаю, и они такие: «Саня, это ты реально?» Я такой: «Да», такой, типа, «Да, я Руда». Такие: «Блин, Саня, я вообще не думал, что ты мне ответишь, я там по приколу тебе позвоню». Правда, таких людей много, и не всех я снимаю, потому что иногда мне просто скучно. Я сижу такой, думаю: «Блин, что поделать? Майнкрафт не хочу играть». Ролики что-то записывать тяжело сейчас, что-то устал за сегодня, надо что-то пофаниться. И я такой: значит, то не пойти-ка ли мне в скайп. И, кстати, это можно снимать. Я видел, как вам эта тема так недавно смотрел, вроде зашла или не зашла, я так... Вроде зашла вам эта тема. Вот, ребят, если что, еще я вам пока тут расскажу что-то интересное. Монтирую я через Adobe Premiere Pro CC 2017, да, сейчас даже проверю. Да, Adobe Premiere Pro CC 2017, а превьюхи делаю через Adobe Photoshop CC 2017. Вот, снимаю через ABS. ABS, сейчас скажу, какой то же. ABS Studio 64 бит. Вот. Ладно, ребята, как мы видим, то, что уже что-то я подошел к концу нашей пещерки. Так, что это за проходик? О, к следующему данжу, что ли? О, это клево. Да, смотрите, узурит. Потом понадобится. Угу.
Так, вот уголь. Уголь, кстати, я сейчас пытаюсь как можно больше угля набрать, чтобы потом его уже не набирать. Просто я сейчас заполню все там углем, и уже потом я не буду париться с этим углем. То есть мне не надо будет его набирать много. Слушайте, мы нашли... Мы перешли из пещеры в пещеру. Из данжа в данж. О нет, я в лаву упал. Ладно, тпхнемся домой. У меня, кстати, воды нету. Потом я при тпхне на хом, я поставлю водичку. В бассейн, пацаны, из баньки в бассейн. Так, ладно. Давайте положим сюда еще железные руды и также угля. Фух. Посмотрим, сколько я уже снимаю. О, 19 минут как раз. Впрочем-то, ребята, все. Я думаю, на этом можно заканчивать ролик. Всем спасибо за внимание. С вами был Ярда. Обязательно подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. И если вы успеете поставить лайк за 5 секунд, то я обязательно лайкну ваш комментарий. Именно вот поставлю сердечко. Давайте. Раз, два, три, четыре. Все, ребята, вот теперь, если вы напишите комментарий, то я обязательно лайкну ваш комментарий. Все, ребята, давайте. Всем спасибо, всем пока. Не ночуешь дома. Мама говорит, что она... Нам не по пути, когда слышит мой голос в трубке домофона. И как ей объяснить то, что между нами будет целый...